Добро пожаловать, господа, в Екатеринбург. Сейчас вы будете иметь возможность увидеть всю красоту города с высоты самого последнего этажа. Обзорная площадка башни Федерации именем Владимира Высоцкого. Ты не поверишь. Чебуратор поднимается на самый верх. Сейчас вы увидите всю красоту столицы Екатеринбурга. Столицы Урала, да. Екатеринбург. Это невозможно пропустить. Велочебуратор. Вы только посмотрите на это. Если бы не люди, я бы сейчас истерично орал бы от радости, наверное. Вы слышите натуральный ветер. Башня Высоцкого. Обалденный вид. Даже невозможно себе представить, что только что я был там, вот там, внизу. Вот. Посмотри, какие они маленькие все. Ёпрасота. Вот это да! Блин, везет же тому, кто живет в этом городе. А это что? В этой камере есть один минус, у него нет зума, так что вы видите общую картину. Да. И ни хрена не видите, что там. А где вообще что находится? А, вот. Смотри-ка. Железнодорожный вокзал. Кажется, так близко, да? Смотри, вон поезд едет. Вон.
очень жалко, что не особо-то слышно звука. Картинки. Ладно, переходим на другую сторону. А, ну здесь мы уже были. Блин. Смотри. Гостиница Антей. Не, ну ты придумал, ты прикинул, да? Как бы прыгнул бы отсюда с парашютом. Вот церковь. А, вот, да, это храм на крови. Если я не ошибаюсь, извините. Молодожены привязывают здесь ленточки и загадывают желание на удачу. Ощущение, что я сейчас споткнусь и упаду вниз. Вот там только что было. Вот он, вон там. Видишь, да? Более 20 миллионов платин, на платинке. За время его существования. В 2012 году Екатеринбургский цирк был признан лучшим цирком России. Рядом с цирком возвышается недостойная телебашня. Высота ее составляет 220 метров. Вопрос о ее будущем остается открытым. Екатеринбург присущ ряд особенностей предыдущей структуры, отличающих его от других городов страны. Большая компактность территории. Наряду с этим сохранился богатый лесопарковый пояс, кольцо, охватывающий город. Екатеринбург, господи. Интенсивно застраивается 8-й академический. Белый Чебуратор Киев. Лайф. Йоу. Peace.